просто захотелось уйти. Никого не предупредить, без телефона в зоне нет. Всем привет, дорогие друзья! Наконец-то настал долгожданный момент для вас и волнительный момент для нас. Я и моя команда в лице Паши Пэла, в лице Радмир Геймс, мы все же решили провести конкурс и разыграть мой личный автомобиль BMW X5. Мчатся колеса куда-то вдаль, мчатся колеса на земле край. Настоящий, личный мой BMW X5, который всеми вами известный. Вы уже давно следите за нашим проектом, и все наслышаны этой машине, все прекрасно видели. Поэтому советую досмотреть этот ролик до конца. Здесь будет очень много важной информации про жизнь, про условия конкурса. Ну и те, кто хотел увидеть Шадрика, я в конце дам небольшой спойлер. Поэтому присаживайтесь поудобнее и приятного просмотра. Теперь обо всем поподробнее. Идея конкурса у меня закралась совсем недавно. Вы помните, я анонсировал идею розыгрыша, и на тот момент я не мог вам сказать, как именно я разыграю. У меня были мысли, но условия и реализация была под вопросом. Теперь с моей командой я полностью уверен, что я реализую свои мысли и свои планы. Мы разыграем этот автомобиль и докажем всем, честный конкурс существует. Неважно, сколько тебе лет и где ты живешь, условия будут перед всеми равны. Ну и коротко расскажу о своем автомобиле. Это X5 в 53-м кузове 2004 года, рестайлинг, с 3-литровым мотором, 231 лошадь, надежная рядная шестерка, которая подводит меньше всего. Поэтому за машину не стыдно, как за техническое состояние, так и за все остальное. 3-литровый бензиновый мотор, один из самых надежных моторов BMW, поэтому обслуживался всегда вовремя, и что до меня в техническом состоянии, и я старался сохранить его. Не то, что капли масла, в этом моторе никто не найдет даже грязи. По хорошему счету, мне в техническом плане с ней повезло. То есть во всех моментах технических она на сегодняшний день меня не подвела. Данный автомобиль вместе со мной участвовал в легендарном фестивале Калининградского клуба BMW. Мне повезло стать участником, и я являюсь членом этого почетного клуба, что еще раз подтверждает то, что за машину не стыдно, как в техническом, так и в визуальном, так сказать, состоянии. Ну а теперь плавно переходим к условиям конкурса. И кто бы мог подумать, что те люди, которые играют со мной, или те люди, которые будут играть на проекте Радмир, станут участниками розыгрыша, в котором могут выиграть мой личный автомобиль BMW X5. Заинтриговал? Ну, согласен. В общем так, не нужно будет подписываться на сотни непонятных аккаунтов, не нужно будет никому платить деньги. Нужно будет выполнить несколько простых условий. Это подписаться на мой YouTube-канал Джоникс, подписаться на канал Паши Пэла и подписаться на наш общий проект Радмир Геймс. И вы уже на 90% станете участником этого конкурса. А какую конкретно игру выберете вы на проекте Радмир, решать абсолютно вам. Пусть это будет Радмир КРМП Криминалочка или GTA 5 Радмир, на которой играю я. Единственное, в GTA 5 Радмир нужно приобрести лицензию официально, потому что GTA 5 Радмир базируется на официальной версии GTA 5, поэтому там нужно приобрести лицензию. Но если кого-то это не устраивает, вы можете всегда играть в КРМП, которая абсолютно бесплатно. Выполнить все условия, вы становитесь полноправным участником этого конкурса. Неважно, есть ли вам 18 лет, есть ли у вас водительские права. Выиграв данный автомобиль, вы полностью сами будете распоряжаться дальнейшей этой судьбой. Подарите ли вы папе, подарите ли вы маме, близким родственникам или друзьям, знакомым. Это будет абсолютно ваше решение. Поэтому не переживайте, участвуйте. Шансы у всех равны. Это будет все честно. Вот увидите. Мало того, данный приз я доставлю лично за свой счет победителю. Если он будет находиться на территории Российской Федерации, и будет физическая возможность до него это доставить. Итоги конкурса мы будем проводить в конце мая, а точнее 31 мая. Это будет воскресенье. Так что у всех достаточно времени подготовиться и поучаствовать в этом крутом конкурсе. На протяжении этого времени, в течение всего месяца, я буду выкладывать ролики о том, как я буду готовить и подготавливать машину к финалу. Вы сможете поучаствовать лично, посмотреть, последить, попереживать вместе со мной. И я, естественно, желаю вам всем удачи. Поэтому подписывайтесь на мой канал Джоникс, подписывайтесь на канал Паши Пэла, подписывайтесь на наш проект Радмир Геймс. И я желаю реально вам удачи. И вы действительно увидите, что честные конкурсы существуют. И может именно тебе я вручу этот приз. Поэтому желаю тебе удачи, друг.
Ну и, как и обещал, спойлер по поводу Шадрика. Если кто-то хочет увидеть те самые кадры с того самого подъезда, где Шадрик попал в непонятно мутную историю, то в моем инстаграме я скину фрагмент именно с этой камеры наблюдения. И вы сами увидите этот фрагмент, который еще никто никогда не видел. Поэтому подписывайтесь на мой инстаграм jonix39, и там будет все предельно понятно.